сегодня ты помог мне в этом. Пожалуйста, восстанови сервера. Отца Берг, звезда тренировочной программы «Анимус». Давай покажи, на что способен ты, выскочка. Как скажете, мастер Кросс. Похоже, я уже чему-то научился. Вы согласны? Ха-ха-ха-ха. Что смешного? Я ошибался. Ты не выскочка. Ты просто полный идиот. Да ну. Твое тело и разум, они больше не твои, понял? Остались только голоса. У меня нет побочных эффектов. Моя работа в Анимусе была тщательно... Нет, нет, нет! Мои голоса призраки, они мертвы. Поэтому лишь повторяют одно и то же, одно и то же, одно и то же! А вот твои никогда не умрут. И теперь ты принадлежишь им. Я лишь смиренный слуга Ордена. Ты вообще больше не человек. Ты инструмент. Оружие. Игрушка. Мы закончили. Их новый мировой порядок не оставит места таким, как мы! Все мои ожидания. Загрузи память Шея в сеть ассасинов через этот терминал. Загружай данные, скорее! В наши дни ассасины слабы. Рано или поздно я поймаю их всех до единого. И убью. Но просто смерть — это слишком легко. В Португалии было то же, что на Гаити. Землетрясение. Проклятый манускрипт. Погибли тысячи. Выведи его. Я хочу, чтобы они осознали, насколько слабы. Я хочу... чтобы все увидели их страдания. И в тот день, когда мы встретимся, они будут умолять меня о смерти. Шей был прав. Что он знает? Очевидно, больше, чем я. Мой план работает. Для тебя у меня больше нет заданий. Однако... история Шеи не окончена. Я прошу тебя досмотреть ее до конца. Я под впечатлением, болванчик. Ты нам очень помог. И да, я тоже тамплиер. Уже много лет.
Один кусок памяти Шеи остался непросмотренным. Думаю, тебе стоит его увидеть. Когда ты досмотришь историю Шея, твоя жизнь изменится навсегда. Ты должен закончить все дела перед тем, как войти в Анимус. Версаль. Резиденция Людовика XVI и Марии Антуанетты. Какой декаданс. Удачи, болванчик. О, Шей, вы явно готовы к аудиенции. Возможно, вас примет и сам король Людовик. Сомневаюсь, что меня впустят в покои короля, но я здесь только чтобы повидать делового партнера. Да, я слышал, что сегодня тут будут торговцы. Может, они придут на мою научную демонстрацию? Они могли бы что-то для себя подчеркнуть, хотя рассчитывать на них я бы не стал. Я ухожу. Спасибо вам, мастер Франклин. Теперь найти Шарля и чертову шкатулку. Это он, Шарль Дориан. J'ai perdu une somme colossale dans une expédition vers des rêves. Ne faites pas sur moi pour m'y avoir. Pas les moyens. Nous sommes plus ou moins sur tes Vous êtes moi. Nous sommes plus ou moins sur tes rêves. Dis donc, les Anglais ont un nouveau roi. Ah oui, c'est vrai. Thank you.
affaire au Goliath. Видел, какие у них были глупые лица? Я Арно. Элиза, я пришел сюда с отцом. Я тоже. У него важное дело к королю. А что делать теперь? Autrement dit, il va falloir que j'apprenne l'anglais. C'est trop tranquille par ici. Pas de paysanie. Если надо, я отдам за этот артефакт жизнь. Арно! Где ты? Ты! Предатель! Я лишь завершаю то, что начал. Но старый Коннор и его ассасины. Революция в Америке спутала вам карты. Быть может, нам просто стоит начать свою революцию. Стоять за принципы нашего ордена. И все, что нам дорого. Не раскрывать наши секреты. И суть нашей работы. До самой смерти. Любой ценой. Вот моя новая кредо. Я Шей Патрик Кормак. Тамплиер колониальной... американской ложи. Я стал старше... и, возможно, мудрее. Война и революция закончились. Но новое уже близко. Да направит нас Отец понимания. Thank you.
Для меня большая честь приветствовать тебя здесь сегодня. Да уж, болванчик, ты доказал нам, что ты не просто подопытный кролик. Данные, которые ты извлек из памяти Шея Кормака, нам очень помогли. Его история — это послание. Мы поняли, что при малейшей угрозе ассасины на самом деле хотят не свободы, а порядка. А наш орден представляет высший порядок. Что бы ты ни узнал, находясь в Анимусе, это лишь верхушка айсберга. Мы существовали до того, как люди стали записывать свою историю. И недавно возродились вновь под маской Абстерго Индастрис. И Интертеймент. Ты пересек порог. И твои глаза открылись. Ты увидел мир таким, какой он есть. Все, пути назад нет. Тебя столько всего ждет. Отец понимания привел тебя к нам. И за это мы благодарны. Твое настоящее испытание начинается. И тебе надо сделать выбор. Будь с нами, и тебе откроется невероятное будущее. Откажись